Oh, good. Oh, good. Sleeping. Гурман научился быть гурманом и настойчиво требует включения в рацион продуктов в эволюционном диапазоне от сильнистоногих до высших млекопитающих. Гастрономические предпочтения также определили его карьеру в области биологии. Великолепный писатель. Автор множества журнальных публикаций. Агентурная справка. Однажды, раздавая автографы после продажи своего бестселлера, случайно подписал гонорар с нашей секретной. С тех пор, где Гурман начал выполнять наши деликатные поручения. Поначалу в рядах партийной иерархии октября, пионерии, комсомола и КПСС. Эта миссия оказалась успешной и привела к уничтожению всех перечисленных организаций. В то же время пала Берлинская стена. Были донесения, что случилось это во время посещения Германа Гурмана в Берлине, где он скрывался под видом коммивояжёра и отправки местных автомобилей в Россию. Берлинская стена пала после того, как в нее врезался Мерседес, водитель которого планировал вложить в стену записку для метафизической связи с Гурманом. Для налаживания агентуры Гурман поступил в сельскохозяйственный институт на концепционной инженерии. Руководствуясь сталинской установкой о том, что враг не древний, в течение года наблюдал за аудиторией, но так и не нашел ни одного человека, кто бы не дремал на лето. По этой причине вынужден был перейти на биологический факультет в Брестской университете. Там он впервые начал разрабатывать секретное оружие на основе ароматической субстанции из кишечника, которая по своему разящему действию сопоставима с новичком. Родина ученого имена высоко оценила изыскание Гурмана и вознаградил его высшим ученым. В дальнейшем по месту своего жительства вступил в преступные отношения с ветеринаром Винницким. Их совместное усердие в изучении медицины, а также начало ветеринарной практики, по неизвестной причине совпало с мором генеральных секретарей компартии членов коллегии. Герр Гурман, отличный семьянин, кандидатура жены была одобрена фюрером ЗАГС по месту резиденции. Агентурная справка. Предварительная встреча по спецзаданию со связной по имени Ирина состоялась в ночном клубе, где она должна была наблюдать за резиденцией. Но услышав музыку Мендельсона,
решила, что это Марс Мендельсона, и бросилась ему в объятия. Майлз под столом. Это был провал операции, и Гурман вынужден был бежать из России, прихватить русскую свиту и чемоданы на ребенка. Вместе они осели в деревню. Уже там, под личиной помощника ветеринара, он организовал новую лечебную ветеринарных врачей для родителей. Диверсионная деятельность организации была направлена на подрывку финансовых сбережений местного населения, включая легальных и нелегальных иммигрантов. Этот счастье за призванки предоставления ветеринарных услуг. Агентурные услуги. Все соискатели ветеринарных услуг сдавали для сопротивления. Некоторые в качестве оплаты предлагали оперный вокал. Иные предлагали тонны секретных документов на технологическом ноу-хау телевизии. Некто представил похищенные документы из Молдавии об использовании укропа в качестве сырья для химического, логистического, ядерного, желательного. Начиная с 2012 года, Гер Гурман сколотил крупное состояние на проституции спортов, ССА и Метикера. Это позволило ему осуществить появление агента влияния только на двух из трех сыновей под кодовыми именами Гарри, Майлз и Нина. В обязанности новых агентов входит укрощение непокорных сыновей и любовь к девушке. Покинув Россию, Гер Гурман пытается избежать сибирской политики. Опасаясь долго оставаться на одном месте, он постоянно перемещается. Я хотел узнать, can I get the cappuccino? Он даже пытался изменить внешность, используя технику старения. Для этого он прибег к имитации седины с помощью высокотехнологической краски, которая слегка окрасила голову, но не принялась в других волосистых участках наряда. Он даже заглядывает. Спасибо, Ира. Он даже пытался поправиться, вращая педали велосипеда в обратную сторону. Еще более крепко, но лучше спуска. Этим заинтересовалась Международная антидопинговая комиссия. Но кроме запаха коньяка в моче Гурмана, никаких запрещенных препаратов не обнаружено. Зато в организме Ирины было обнаружено высокое содержание его крови. Агентурная справка. В условиях современной матриминизации изымание нужной крови не только не преследуется по закону, но даже поощряется. Не говорите Нелли. Так можно найти объяснение столь крепкого телесного и духовного здоровья тела. Наши специалисты полагают, что причиной этого является его особая вегетарианская диета. Виски и вино из лучших картофельных семян. Вино и коньяк из ценных картофельных наград. А водка из отборных картофельных. А гидронный склад. У Гера Гурмана есть все. Здоровье, успех, обаяние, успешные дети, талантливые, верные друзья, счастливое замужество любимой и красоты. Учитывая это, ставка приняла решение продлить контракт с Гером Гурманом на следующие 10 лет. А для укрепления нашей веры в него вместе с ним употребить продукт, обеспечивающий ему все эти качества. Зай, дизайн, блок. Окей, cheers. Гарик. Молодец. Майлз. Все вместе. Да? Это точно. Молодец. Гарик, ну ты мальчик, а не мальчик. Давай. Я твои друзья. Самые ровные. Самые ровные.
Are you gonna get scared? Yeah, we'll use the probation. Come on, roll your probation. All day he cares about other people, about Gary, about Miles, about Dennis, about Gesha, about Igor, his sugar, and how he feels. So today he turned 70. He has a lot of energy. He's working a lot. He is only I think he's becoming more powerful than he was for many years. So today at this table, your kids, your friends, your relatives, and I want all of us to wish him a little bit take care of himself. A little bit love himself. A little bit. I think everybody agrees. Yay! Потом мы подобрали пьесы, у меня было ужасное ощущение, что я ее не люблю, потому что мое сердце отдано. А да, рука поставила свидание, да. Когда первый полюбила, я уже себя не злю. Но сказать вот сейчас уже, что я кого-то любила больше, кого-то меньше, и все любили. Сердце и сердце любили. To you, happy birthday, Mr. Wonderful. Happy birthday to you. Еле, зажги еще раз, Это что, мороженое? Чувствую, это видео наберет больше лайков, чем... Madam Musa. When you step in, you gotta crack, you know.
Ой, извините, пожалуйста, я на вашего робота наступила. Да, конечно, легче. Сюда он спал, а вот обратно, я думаю, здорово. Девочки,